Добрый день! С вами Чугуевский центр туризма и краеведения и кружок скалолазания. И я его тренер Колесниченко Денис Сергеевич. Сегодня у нас с вами шестой урок по узлам. Это узлы, через которые мы чаще всего страхуем. Они вяжутся на карабине, и таких узлов всего два. Это узел УИА и узел гарда. Первый узел УИА. Он у нас вяжется довольно-таки просто. Мы прощелкиваем веревку через карабин, заводим, перехлестываем в обратную сторону на схеме, которая у нас вот здесь вот внизу четко все нарисовано. Вот так вот он выглядит. Он создает дополнительное трение. При помощи этого узла можно и страховать, как командную страховку, так и можно спускаться. Он довольно-таки хороший, создает трение. Как в эту сторону он может работать, так и в эту он выворачивается и создает хорошее трение. Не забываем замуфтовывать карабин в узле. Вот так вот выглядит он с одной стороны, с другой стороны. Это узел УИА. Вяжется на одном карабине. Через второй узел, узел гарда. Для этого узла нам надо два карабина. Мы прощелкиваем веревочку через два карабина. Проводим и через один, ближайший. Закручиваем оба карабина. И смотрите, в чем как бы секрет и интересность этого узла. Сюда мы тянем, у нас веревка легко идет. Когда мы тянем назад, она у нас фиксируется, не идет, стопорится. То есть в эту сторону мы выбираем страховку, человек лезет, верхнюю страховочку мы ему организовываем, принимаем его, а назад она у нас стопорится. Вот раз, и стала, и не едет. Вот такие вот два узла. На этом наше занятие закончено. Домашнее задание. Учимся быстренько вязать узел УИА. Этот узел часто вам может пригодиться, когда вы забыли спусковое устройство или еще что-либо. Какой-то ситуации, когда надо выйти из положения. Поэтому вяжем. Учимся вязать его. Он вяжется довольно-таки легко. Пробуем быстро, на скорость. Из положения можно, когда вот так вот у нас веревка вщелкнута, раз, и узел получился. Пробуем, пишем свои результаты. Я сейчас вам продемонстрирую свой результат одной рукой. В одной я буду держать карабин, в другой буду вязать. Таймер наверху. Запоминаем, смотрим. Мое время, ваше время. Внимание, марш! Оп. На этом наше занятие по узлам закончено. Мы выучили с вами узлы, через которые мы страхуем. Это было наше последнее занятие по узлам. Мы изучили все узлы, какие только можно. И узлы для связывания двух веревок, и узлы для связывания веревок разной толщины, одинаковой толщины, узлы для привязывания веревок к опоре. Узлы из серии проводников, узлы из серии схватывающих, узлы для страховки. Дома практикуемся, изучаем эти все узлы, стараемся их вязать быстро, стараемся их вязать с закрытыми глазами, за спиной, любым способом. Вам это в жизни пригодится, развивать будете свою моторику. Так что пока мы на карантине, сидим дома, тренируемся, не забываем делать зарядку, физо. Скоро карантин закончится, мы сможем гулять по улице. А пока что сидим дома, следим за своей гигиеной. Если нужно выйти на улицу, одеваем маску и остаемся на спорте.